С двумя чемоданами, но не компромата, как у бывшего вице-президента, а с медицинской гуманитарной помощью, прибыли сегодня члены Лайонс-клуба Дулута в республиканскую больницу. Хирургические и неврологические препараты, а также литературу, кропотливо собирали медики американского городка для своих петрозаводских коллег. Это первый их шаг в надежде на более тесное сотрудничество врачей двух городов-побратимов.